На днях в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2022 открылась Национальная конференция по инновациям и развитию искусственного интеллекта нового поколения в Харбине. На конференции, посвященной теме «Разум и добро», более 50 китайских и зарубежных экспертов и ученые провели горячие дискурсы по таким направлениям, как промышленный интернет, умное сельское хозяйство, технологические инновации, исследования и так далее. На конференции цифровая база Baidu переработана в эксплуатацию. Были одобрены 11 проектов, связанных со стратегическим сотрудничеством для совместного создания экологической цепочки индустрии искусственного интеллекта. В Хэлунцзяне имеется ряд стратегических предприятий, связанных с будущим государственной экономики и национальной безопасности. В будущем я надеюсь внедрить биртовые технологии, интеллектуальные сценарии приражения Baidu в Хэлунцзяне и других обширных регионах на Северо-Востоке, а также провести укрепленное сотрудничество с правительством и предприятиями. Мы в основном занимаемся исследованиями сетей 5G и вычислительными мощностями, а также планируем внести вклад в такие области, как интернет вещей, объединение искусственного интеллекта с интеллектуальным сельским хозяйством Хэлунцзяна. Общий объем средств составляет 6,5 миллиардов. В настоящее время основное направление инвестиций сосредоточено на высокотехнологичных производствах и стратегических развивающихся отраслях, а также инвестирование в цифровую экономику и биоэкономику. Харбин – единственный зал-филиал проведения Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2022. В прошлом году была утверждена Харбинская национальная экспериментальная зона инноваций и развития искусственного интеллекта нового поколения. На основе цифровой экономики Харбин будет планировать будущих Хэлунцзяна путем интеграции передовых технологий и концепций в области искусственного интеллекта.